ребят, едем инспектировать отель Soho Beach. Сейчас полчаса на охрана нас меня не пропускала. Посмотрим этот отель, очень интересно, что он из себя представляет. Это ресепшн. Ресепшн отеля, здесь 300 с хвостиком номеров. В отеле есть свой ночной клуб, один в Анталии, один здесь. Поэтому многие путают название отеля с ночным клубом. Номер 6011, это тип номера Family. Двухкомнатный, покрытие здесь, не могу понять, то ли плитка, то ли ламинат. Первая комната отделена от второй дверью. Есть телевизор собственный, кондиционер индивидуальный. Здесь видите, ванная комната, ламинат, не ламинат, а плитка. Душ. Во второй комнате одна большая кровать. Индивидуальный кондиционер. Балкон вытянутый, закрытый, с видом на море и теперь береговая линия. Это рыбный лекарь-ресторан, он находится прямо на берегу моря. Видите, все то же самое, песок, при входе мелкая галька, и потом опять песок. Это платные павильоны, 20 евро входят напитки прохладительные. Если хотите, чтобы спиртные напитки приносили еду, то 35 евро. Бар на пляже, пляж у отеля 500 метров, 450 метров. Это то, что новое они сделали, водопад. Сюда вот розовая. Зона для кальяна прямо на берегу моря. Кальян стоит 20 долларов. Вот такую они песочницу сделали. С обратной стороны большой мини-клуб. Сейчас подойдем поближе, поснимаем. Смотрите, какой интересный аттракцион. И детский аквапарк в виде корабля. Еще один бар на пляже. Лабиринт трехэтажный, большой. Машинки. Здесь можно попрыгать. Это все уже платно. Трамбалин. Трамбалин. И игровой зал тоже платный. Детский бассейн. Вода теплая, попробовала. И еще один бассейн взрослый с водными горками. Это территория, здесь находятся стандарты.
видите, двухэтажные бунгало. Есть балконы, первый, второй этаж. Номер 2409, тип номера стандарт. Размеры их от 23 до 26 квадратных метров, в зависимости от здания и углов. Покрытие здесь ламинат. Две кровати. Максимальное размещение здесь 2 плюс 1, но возможно и 2 плюс 2. Это под запрос. Душ, кабинка, плитка, все хорошо, все аккуратно. Кондиционер индивидуальный. Комната визуально выглядит большой. Бар. Балкон здесь французский, маленький, с видом на бассейн, на море. Смотрите, какой он узенький. Бар в номере при заезде заполняется бесплатно, а потом только воду меняют. Сейф платно 2 евро в сутки. Сейф приносится после оплаты. Главный ресторан. Время работы. Ресторан еще готовится, поэтому снимаю только то, что уже вынесли. Ресторан большой, смотрите, какой все украшено, красиво. И, собственно, и терраса. Можно кушать и на улице, с видом на море. Закончили мы с вами инспекцию отель Soho Beach. Отель эконом-класса, пятерка. В принципе, я думаю, цена-качество там соответствует. Конечно же, если сравнивать ее с пятерками, такие как Папилон, Маритим, она слабее. Но и стоимость, я думаю, у Soho Beach будет дешевле. Хотя у нее есть свои плюсы, такие как, например, на первой береговой линии, небольшая территория, большие номера, все чисто, аккуратно. По питанию не могу сказать, не получилось поснимать. Но я думаю, тоже все там будет нормально. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.